не дотягиваете до зарплаты? Дотянем! Отличные наличные займы до зарплаты. Доля крупных компаний в собственных доходах Тувы выросла до 9%, сообщается на официальном сайте правительства. За три последних года крупные инвестиционные компании, работающие в Туве, увеличили отчисления в бюджет республики почти в два раза. В 2017 году их суммарные платежи в казну региона составили 549 миллионов рублей против 314 миллионов в 2014. Ежегодный отчет об итогах деятельности основных инвесторов предоставила главе Тувы Шалбану Караулу Министерство экономики республики. По его данным, за три года пять компаний, среди которых Лунсин, Тардангольд, Межигей Уголь, Тувинская горнорудная компания и Тувинская энергетическая промышленная корпорация пополнили бюджет республики на 1 миллиард 677 миллионов рублей. Как сообщили в Минэкономике Тувы, наибольший вклад приходится на китайскую компанию Лунсин, разрабатывающую кызылташтыское месторождение полиметаллов, и золотодобывающее предприятие Тардангольд. В рамках акции «Безопасный лед» специалистами отдела безопасности людей на водных объектах, мэрии Кызыла и службы ГУЧС Тувы проведен совместный рейд на водоемах столицы, в ходе которого было проинструктировано более 200 человек по основным правилам поведения на льду. В преддверии весенней оттепели ежедневно проводятся профилактические надзорные мероприятия на ледовых переправах, в учебных заведениях, на туристических базах с любителями подледного лова. Так как с повышением температуры окружающего воздуха риск провала людей и техники под лед возрастает с каждым днем. Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Тувы, ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Избежать происшествия можно, если соблюдать правила безопасности. Одна из самых частых причин трагедии на водоемах – алкогольное опьянение. Также запрещается прыгать и бегать по льду, собираться большим количеством людей в одной точке и выходить на лед, который образовался на реках с быстрым течением. В России вступили в силу новые правила прохождения техосмотра. Согласно документу, теперь водители обязаны иметь не только знак аварийной остановки и огнетушитель, но и аптечку, сообщает российская газета. Запрещается эксплуатация автомобиля в случае повреждений и дефектов усилителя руля. А если в машине есть шипованная резина, то она должна быть установлена на все колеса. Отметим, что теперь запрещено использовать бесцветные или окрашенные оптические детали и тонировать фары. Возникнут проблемы и у тех, кто демонтировал стеклоочиститель и стеклоомыватели. Они должны быть в машине, если это предусмотрено производителем. Если автовладелец нарушит что-то из этих условий, пройти техосмотр он не сможет. Правительство России одобрило законопроект, отменяющий подоходный налог с ежемесячных выплат при рождении или усыновлении первого ребенка. Такое решение принято на заседании Кабинета министров. Напомним, что в конце ноября прошлого года президент России Владимир Путин предложил сразу несколько мер поддержки семей с детьми. Помимо рефинансирования ставок по ипотеке, глава государства поручил продлить программу материнского капитала до 2021 года, а также установить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им полутора лет. Выплаты пособий начались с 1 января 2018 года. Средний размер выплаты в этом году составит 10,5 тысяч рублей. В 2019 году 10 800 рублей. В 2020 году 11 100 рублей. И о курсах валют. Доллар стоит 56 рублей 76 копеек, евро 69 рублей 63 копейки. Все. Сыналом открыт. Кызыл. Интернациональная 112. Бери и дари. Букеты любой сложности. Доставка по России. Коллективные и интернет-заявки. Королевство цветов. Кичилола 15/1. 8-923-266-0066. Потому что дамы этого достойны.
3 марта в 18 часов в Национальном театре состоится творческий вечер актрисы театра Айзана Чалбагол «Частым билей». Шалап турмен. Билеты в кассе театра 2.11.41. Бульдожты нежиктеры. Когда их бышек, селернинг эти венерны пюзрелды камгалары эжиктер. Дверной арсенал компании «Знатопар». Попробуй сытный и по-домашнему вкусный обед в Горыныче. Каждый день новое меню. Приходи на бизнес-ланч с 11 до 15 часов. Кормим за считанные минуты. Титова 57, телефон 30313. В период праздничных дней с 23 по 25 февраля на территории города Кызыла проведены оперативно-профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Цель – профилактика грубых нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами, водителями в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В рамках данного мероприятия проведены тотальные проверки водителей транспортных средств на предмет выявления признаков опьянения. Выявлено всего 20 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Из них женщин 4. Водителей, не имеющих права управления, 5. Трое водителей совершили данное правонарушение повторно. Госавтоинспекция призывает всех водителей не нарушать правила дорожного движения, так как пьяный водитель представляет собой угрозу для всех участников дорожного движения, пешеходов, пассажиров и других водителей. Госавтоинспекция призывает граждан не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляя транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в дежурную часть ГИБДД по номерам телефонов 5-66-11, 5-66-29. Министр образования и науки Тувы посетила университеты Новосибирска и встретилась с министром образования, науки и инновационной политики Новосибирской области. Руководители образовательных ведомств соседних регионов обсудили вопросы важности кооперации и создания специализированного центра по выявлению и поддержке одаренных детей. Также в разговоре были отмечены успехи студентов из Тувы и выделение целевых мест в вузах Новосибирска для нашей республики в 2018-19 учебном году. Итогом поездки стало то, что Тува и ряд вузов Новосибирска договорились о проведении Всесибирской олимпиады и летней школы по математике, физике и информатике в Республике Тыва. Заключен договор о выделении целевых мест по подготовке специалистов для горнодобывающей отрасли и о проведении геологической олимпиады школьников. Одним из важных моментов стала встреча с руководством Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Директор вуза отметил высокий интерес к проекту по подготовке управленческих кадров для Тувы. Стороны договорились об общей инициативе специальном целевом обучении. ВОЗ взял на себя ответственность разработки проекта для субъектов Сибирского федерального округа, а Министерство образования и науки Тувы в лице Татьяны Санча – пилотного проекта для республики. «22 февраля вернулись из Москвы четверо ребят, которые представили Туву в детской утренней программе «С добрым утром, малыши» телеканала «Карусель». Тана Суруктух, Чимит Кандан, Намгьял Мангуш и Ласал Мангуш приняли участие в съемках нового проекта «Россия – многонациональная страна» телекомпании «Класс», где показали свой талант, познакомились с Хрюшей и веселым ведущим программы Антоном. Дата и время эфира уточняется. Государственный архив Тувы в год празднования столетия Государственной архивной службы России проводит акцию «Сохраним историю вместе», целью которой является пополнение архивных фондов. Сотрудники Госархива Республики обращаются ко всем неравнодушным людям с призывом передать на постоянное хранение материалы организаций, различных союзов и домашних архивов. Жители республики приглашают внести свой вклад в сохранение истории. Принимаются фотографии, рисунки, письма, грамоты, удостоверения, листовки, воспоминания, редкие печатные издания и так далее. Если вы не готовы расстаться с дорогой семейной реликвией, сотрудники архива изготовят копии в электронном или печатном виде и вернут вам подлинные документы, говорится в сообщении. Акция «Сохраним историю вместе» проводится в течение всего года.
Только подумайте, два этажа техники найти в ценоломе можно все. Вплоть от периферийного оборудования, флеш-карт, наушников, компьютерных мышей и клавиатур до крупной бытовой техники, телевизоров, холодильников, плит и стиральных машин. Бытовая техника в ценоломе представлена как иностранного, так и отечественного производства. Моделей множество. Посетив данный дискаунтер, я убедилась, что действительно сумма скидки по клубной карте внушительная. Приобрести такую карту вы можете на кассе, она обойдется всего в 300 рублей. И в дальнейшем каждая ваша покупка будет приобретаться по сниженной цене. Приятные цены, большой выбор техники и полезных товаров для дома, в том числе посуды и кухонных приспособлений. Все за покупками в ценолом. Дискаунтер бытовой техники находится на Интернациональной 112. Пройти мимо практически невозможно. Ярко-желтая вывеска видна издалека. В ближайшие сутки в Кызыле ожидается перемена облачность, возможно, небольшой снег. Ветер северо-западный от 2 до 7 метров в секунду. Ночью минус 20, минус 22 градуса, днем минус 9, минус 11.